Находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями. Крупные бренды у нас в кадре. Анна, расскажите, какие цели вы преследуете, посещая этот форум, и какие у вас ожидания от самой недели ритейла? Добрый день. Я здесь для того, чтобы рассказать российским производителям и ритейлерам о возможностях, которые есть у них благодаря онлайн-торговле в мире. Этот рынок растет, кроссбордер растет на 30% в год. Какой можно еще найти сегмент в бизнесе, в экономике, который бы рос на вот такие проценты? Сейчас он составляет 1 триллион, и нашим российским производителям уже пора осваивать глобальный рынок интернет-коммерции и не замыкаться в рамках российского рынка. Вот за этим я здесь. Мы поговорили о трансграничной торговле, о возможностях для экспортера, о том, что на самом деле это не так сложно, как может показаться. Я очень надеюсь, что у нас экспортеров в стране станет больше. Вы уже поговорили на деловой программе, были спикером. Расскажите, что у вас была за тема и, возможно, подскажите, какая боль есть аудитории, что у нее болит вот в вашем сегменте ваших услуг. Тема «Трансграничная торговля». Говорили о трансграничной торговле как в Россию, импорт, так и об экспорте. Ну, конечно, фокус был на экспорте, потому что это то, что важно для нашей страны, для наших российских производителей. Боль, наверное, такова, что люди просто не знают, как с этим работать. Недостаточно информации, недостаточно обучающих программ. Вот мы стараемся активно этим заниматься, посещая все мероприятия, где эта тема поднимается. Работаем с предпринимателями и большими, и маленькими, и средними для того, чтобы помочь начать продавать на экспорт. Как я уже сказала, это не так сложно, как может показаться с первого взгляда. И уже есть очень много успешных предпринимателей-экспортеров, которые смогли завоевать глобальный рынок, находясь здесь, в России. Спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с нашими новыми гостями.